Караганда сегодня приняла национальную патриотическую эстафету. Около 5000 человек собрались поддержать идею «Мәңгілік ел». Это студенты, рабочие, военные и представители этнокультурных центров. Мероприятие разделили на 6 блоков. Каждый раскрывал ценности национальной идеи. В завершении хор из нескольких тысяч человек исполнил народную песню «Атамекен». Следующими эстафету примут Южный Казахстан и Атырау. Вот здесь сегодня царит особый дух, дух карагандинцев, дух народа Казахстана, который будет нести знамя нашей страны вперед. И в основе «Мәңгілік ел» стоит, безусловно, независимость нашей страны, но в основе независимости стоит национальное единство, которое мы должны сохранять, беречь.